Живое аквариумное растение Роталум акрандра мини мелистемное. Растение выращено в лаборатории без улиток, без водорослей, без всяких болячек, и вырастет именно то растение, которое планировалось. Растение сейчас в герметичной баночке, вскрывать которую только перед высадкой в аквариум, в питательном геле, который необходимо смыть перед высадкой растения в аквариум. Сзади на баночке краткое описание растения и условия содержания. Спереди рекомендации по посадке. То, что я говорил, здесь написано. Растение для среднего плана. Ну, можно на задний, но лучше на средний. Ну, в зависимости от аквариума, опять же. Красивое, яркое, красное растение. Сейчас оно зеленое, соответственно. Но дальнейшее будет зависеть от ваших условий содержания. Ничего более.